Внимание, розыск. Харцизским городским отделом МВД ДНР разыскивается жительница Харцизка Шпак Ксения Александровна, 1987 года рождения, которая 18 января 2017 года вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные, темно-русые, глаза темно-карие. Была одета в полушубок черного цвета, шапку белую вязаную, зимние сапоги черного цвета. Если вы располагаете информацией о местонахождении Шпак Ксении Александровны, обращайтесь в Харцизский городской отдел МВД ДНР по телефонам 4-21-33, 071-301-6607, 071-308-97-52 или 102.